Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. С вами снова Михакер. Я продолжаю проходить игру под названием Outlast. Так, а нам нужно идти по вот этим трубам. Открыть нужно заслонки, да? Да. Спустить воду вот в этом колодце. Так, ну ладно. Куда пойдем? Твою ж мать, опять этот хер. Давай сюда, давай сюда. Где он, где он? Куда-то пошел мимо. Черт возьми. Так, ладно. Он вроде ушел. Так, сюда идет какая-то труба. Только вот куда она дальше поворачивает? Туда. Так, что-то музыка заиграла, это нехорошо. Черт, цепи, цепи, цепи. Скорее, скорее. Опять этот хер идет. Черт, вот это палево. Твою за ногу, он здесь. А я выбрал самый первый шкафчик. Это я зря. Это я зря, он прямо сюда идет. Слышь, за ногу! А, я уже ухожу, дяденька. А куда я ухожу-то? Скорее, скорее сюда. Куда? Куда, твою мать? А, он меня опять бросает. Бежать, 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 бежать. Нахрен. Нахрен, нахрен, нахрен это дерьмо. Скорее, 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 скорее. Все, тут меня не достанешь, козел. Вали нахер отсюда. Все, теперь мне надо по другой трубе идти. А, черт, он все еще здесь. Че ты придуряешься, урод? Ты же знаешь, где я. Я бы вообще стоял около этой трубы и все, блин. Черт, ну сейчас его долго ждать, чтобы выкурить. Там где-то прыгает еще. Так, а тут у нас есть что-нибудь? Нет, тут не пройти. Давай, хер. Уходи оттуда. Он вообще собирается сюда идти? Да-да-да, где-то ходит там. Там впереди у нас что интересно. Черт, цепи слышно. А, вон его видно отсюда.
опять слышу цепи. Фу, где же он пойдет? Тут выходит. Вот опять перепрыгнул. Так, чё, давай уходи туда, Адель. Давай, давай, вали туда. Так, все, погнали. Я надеюсь, он не остановится сейчас там. Так. Да, куда ведет труба? Дальше ведет. Так, отсюда она пошла туда. Ладно, пролезаем. Так, тут нам есть где прятаться? Нету ни хера. Идет сохранение. Где этот хер сейчас выйдет, интересно? Так, тут есть вентиляция. Но туда я не залезу никак. У нас что? Тут не тупик, однако. Что он где-то ходит рядом? Где он? Черт, черт, черт! Или ты тут забыл? Вали отсюда, козел. Что-то он не услышал поросеночка. Да хер с ним. Валим, валим, валим. Нахрен, нахрен. Все, нахер, нахер это дерьмо. Че нас там внизу-то ждет? Ой, что-то тут глубоко. Кончается батарейка. Чуваки свисают. Так, куда мне? Спуститесь по лестнице на нижний уровень. Я уже спустился. Что за звук? Хороший какой-то звук. Кто там? Что это было? Черт возьми, там что-то было. Я видел там чьи-то глаза. Да ёб!
Ладно, допустим, глаз тут нету. Но мне опять надо лезть наверх. Не-не-не. Чё-то я туда расхотелось мне. Ладно, хер с ним, давай полезем. Кого-то расхерачил. Блин. Капец, как страшно. Просто очень и очень страшно. Кто-то ходит. Черт, 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 это не к добру. The doctor said, you know, right? Dr. Barricade died before he even started working here. Well, what kind of experiments does a dead doctor perform on living patients? That's the question. Мертвый доктор ставит эксперименты. Интересно. Что у нас тут есть? Блин, есть спуск вниз, однако. Мейл, а мне в какой идти? Фимейл почему-то красным горит. Черт возьми. Женская душевая. Мужская душевая. Давайте сходим. Ага, ну понятно, далеко я тут не уйду. Ладно. Мужская так мужская. Я же был вроде уже мужской душевой. Чтоб тебя. Там свет белый. Печка течет. Очки намотаны. А, это точно 18+. Что-то. Что-то было. Что это, мать твою? Не нравится мне это, я лучше здесь пойду. Капец какой-то. Тут что, тупик? Нет, тут разветвление. Репортер у нас уж будет жутко капец боячливый. Но я, конечно, тоже, наверное, бы в таких ситуациях. Боялся бы. Так, ну что, я пришел куда надо или нет? Мне, собственно, надо.
Таки нет никого. Что за звуки? Так, эту дверь пока закроем. Ну, чувак, ты меня не напугал. Это уж серьезно. Так, и что, мне туда не пройти, значит, никак? Ладно. Опа. Так, я вот батарейку вижу внизу. Как спрыгнуть? Спрыгнуть туда хотел вообще-то. Ладно, хрен с ним. Так, прыгать он не очень хочет. Полезная штука под названием батарейка. Так, больше ничего тут ценного нету, да? Ладно, тогда пойдем отсюда. Очевидно, вот туда. Как туда запрыгнуть-то? А, понятно. Так, тут опять водичка. Я что-то светящийся, блин. Идет. Так, а куда нам двигаться, если что? Вперед. Так, тут решетка. Кто это, твою за ногу? И опять батарейка садится, черт возьми. Без нее никак. Идет сохранение. Куда мне? Надеюсь, что сюда. Опа, цепи. Черт возьми, где я? Огромные пространства без конца и края. Я просто двигаюсь вперед, блин.
и не знаю куда. Я иду вдоль чертовой стенки. Что там у нас? Хер с цепями идет. Где он? Где-то рядом идет. Где-то очень рядом. Прям на меня, что ли? Какой он красивый. Сука, сука, нахер иди. Я даже не знаю, куда мне надо. Вот туда, видимо, там лестница. Сука, не слышно же нихера. Где этот урод ходит? Опять у меня кончается батарея. Где-то впереди он. Где-то сволочь, сука. Я его не вижу. Так, меняем батарейку нахрен. Где-то рядом, гад. Нужно вот к тому люку. Фу, темнота-то какая. Вон там где-то. Как раз мимо этого места. Сука, надо как-то туда пробраться. А, тут еще не все так просто. Бежим, 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 бежим. Все еще бежать? О, какого хрена? Ох ты, блин! Нахер! Нахер иди! Черт, я бегу почему-то за ним. Дурак, я сзади тебя. Пропусти меня, идиот! Все должно было быть не так. Все должно было быть совсем не так. Фух, он вроде смотался. Ладно, хрен с ним. Мужская душевая. Черт возьми, как темно.
Опять этот хер пробежал. Там еще и плачет что-то. Херакс убежал. Звуки. Опять где-то кран затравил. Что-то моргнуло. О, блядь. Жесть какая. Просто горы трупов. Так, что-то записал у меня какую-то заметку, чувак. Хуже запаха и представить себе невозможно. Сотни тел, набиты битком в комнату, кругом тысячи мух. Это и есть тот выход, о котором говорил священник. Хрена себе выход. Ё-моё. Фу, блин, вот это в натуре страшно. Так, а я не туда же вернулся? До нижнего этажа мужского отделения. Ага. Удерживай левую кнопку мыши, двигайте вперед. Да, с каким звуком она двигается, это вообще жесть. Опа, кто-то сидит. Херню, наверное, не стоит трогать. Да? Есть какая-то комната. Так, чё? Что-нибудь полезное для меня есть? Батареечки там, например. Нет, я просто так сюда зашел. Ладно, пойдем дальше. Мне вроде до нижнего уровня надо, да? А не до верхнего. Кто? Кто где стучится? Сука, закрыто. Ломится. Все еще ломится. Куда ломится-то? Мне это. И чё, мне эту херню открывать, что ли? Вообще мне это не нравится. Ну ладно. Тоже никого не видать.
Так, значит, сначала посмотрим здесь. У меня 3 батарейки всего осталось. О, вот это хорошая вещь. Кто-то есть, что ли? Операционная какая-то. Есть, ё-мо, живые люди. Так, мне тут еще прокашляться пришлось. Капец, короче, неприятно. О, боже. Верники ждет меня там. Кто-то говорит. Там какой-то чел. К нему не открыть дверь. Ладно, тогда полезем наверх. Опа. Так, вариантов у меня немного, идти вперед. Какого ты кричишь, сука? Двигай, 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 скорее! Бежим, бежать, 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 бежать! Скорее, скорее, скорее! Черт, они здесь уже. Скорее, скорее! Заходи, дурак! Куда, черт возьми, куда? Сюда. Фу. Черт. Будешь за ногу. А! Да, да, да. Охренеть. Охренеть. Черт! Они все еще гонятся за мной. Будешь за ногу. Быстрее, 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 быстрее. Скорее. А, черт! Скорее, 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 скорее! Куда, куда, куда? Сюда! Давай, давай! Так, сюда! Закрывай! Давай, 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 давай! Давай, давай, давай! Твою мать, они уже здесь! О! О! Сука! Сука, блядь! А ты кто такой? Твою! Твою за ногу! Ты кто, блядь, такой? Эй, ты ж парень того долбанного священника, его свидетели, как он тебя называет? Видать, устала. Давай-ка отдохнем, дружище. Пропустим по бокалу мартини, потолкуем. Черт, какого хера? А ты тяжелее, чем кажешься. Небольшой разряд тебя не убьет. Ладно, вот так. Чтоб рукам и ногам не было, типа... Не было чего. Ё-моё. Ты кто такой, твою мать? Один из этих грёбаных психов. Куда он меня катит, сука? Что? Блять, это ж выход. Обожаю горный воздух по ночам. Не хочешь выбраться наружу, прогуляться? Вперед, я подожду. Давай, можешь бежать. Я не тороплюсь, нет? Ну ладно. Сука.
Сурово, как кремень. Нет, нравится. Хорошо, вот сюда. Скотина. Блять. Он такой же, короче, весь какой-то... изъезженный какой-то болезнью или терапией. Какие-то кровеносные у него там сосуды стоят. О, блин. Так. Вентиляция есть. Видимо, она нам понадобится. Убей меня! Убей! Да уж. Тебя-то язык все равно ни к чему был. О, там еще кто-то лежит. Твою мать. Твою мать, куда ты меня везешь, сука? Вот мы и пришли. Спасибо, что пришли. Прием начнется через минуточку. Я только вот руки вымою и... домашнее видео. А это хороший повод для разговора. Какого хера? Пусти меня, сука! Пиздец, у него голое тело и на него фартук этот одет. Твою мать. Знаешь, меня немного волнует, что ты так много времени проводишь с отцом Мартином. Надеюсь, он не одурачил тебя всеми этими библейскими штучками, мол, он праведнее Бога. Господи, что с этим чуваком? Я никого не хочу оскорблять, но порой он смахивает на психа. Да это ты на психа смахиваешь. Сука, у него даже глаз поменен. Это понятно, люди напуганы, тянутся к Богу, как и к другим путям спасения. Увы, Бог умер с появлением золотого стандарта. Твою мать, что ты делаешь, а? Убийство – самое простое решение. Ну а что, если все деньги вдруг исчезнут? Сука, фу. Они становятся новым объектом веры. Вот для этого я тебя сюда и привел. Он вытащил ножницы из писсуара. Какого? Какого? Сука! Сука! Мои пальцы! Ты следишь за моей мыслью? Не отвлекайся! Тебе еще многое нужно воспринять! Сука! Охренеть, он мне все... Нет. Он отрезал два пальца. Сука, вот так. Лучше ведь, да? Понял, чего мы добились. Превратили потребителя в средство производства. А, сука. Два пальца он не отрезал. На одной руке безымянный, на другой указательный. Ну чё, долго мне так мышцы крутить? Все, я вырвался. Твою мать. Да, конечно. Куда без этого? Пиздец, тут еще тараканы по полу ползают. Ах, антисанитария, блядь. У меня аж что-то кашель обострился. Ладно, ребятки, на этом серию мы, наверное, закончим. Спасибо, что посмотрели ее. Ставьте ваши лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал Михакера и ждите новых серий. С вами был, собственно, Михакер. Всем пока.